Жигунов появился в Крыму с копией «Заворотнюк». Актер Сергей Жигунов отправился в Гурсуф вместе со своей, как утверждает пресса, возлюбленной Викторией Ворожбит, которая, как две капли воды, похожа на звезду моей прекрасной няни Анастасии Заворотнюк. Ворожбит поделилась солнечной фотографией с букетом полевых цветов. На снимке она позирует на фоне крымских красот с ромашками и маком в руках. Примерно в это же время Жигунов опубликовал кадр, как он нюхает цветок граната. Похоже, влюбленные вовсю наслаждаются летними дарами побережья Черного моря. Однако, актер приехал в Крым не только для отдыха, но и для работы над вторым сезоном сериала «Горюнов» по произведениям Покровского. В павильоне, где будут проходить съемки, уже началось строительство декораций. Съемочный процесс стартует в скором времени, а пока Жигунов может наслаждаться долгими прогулками по пляжу своей новой возлюбленной. О романе звезды моей прекрасной няни с Викторией Ворожбит стало известно несколько месяцев назад. Поклонники были шокированы ее сходством с Анастасией Заворотнюк, с которой Жигунов встречался после совместных съемок в популярном телесериале.